Здравствуйте, дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал. В этом видео я прихожу с анализом, который я подготовил для главы серии «Доверенное», которую публика ждет с большим волнением и любопытством. Не забудьте подписаться на наш канал, включить уведомления и поделиться нашим видео, прежде чем переходить к нашему видео. Мне нравится видеть, когда Яман получает известие о том, что состояние Зеки хорошее, Сехер обнимает его за шею. Недим сообщил, что Зеки в хорошем состоянии и может быть переведен через полтора месяца. Миссис Джанан тоже с ней. Услышав это, Джанан был потрясен. Али Дуйгу говорит, что комиссар на допросе принял неверное решение. Он говорит, что то, что он сделал, было неправильно. Черный с ним. Чувство говорит: «Оставь меня». Расходы. Кара говорит Дуйгу: «Ты очень хорошо относишься к комиссару». Сехер приготовил кофе, чтобы отпраздновать эту новость. Он говорит, что его глаза улыбаются. Когда Яман узнал, что Зеки поправится, он очень обрадовался. Приходит Хосе. Он сказал, что ты пьешь кофе. Когда я вырасту, я буду пить черный кофе, как мой дядя. Потому что настоящие трияки пьют черный кофе. У меня сейчас домашнее задание. Но это говорит удивление. Затем у нас есть театр в конце года. Он говорит, что я буду врачом. Когда Джанан и Зухаль говорят о выздоровлении Зеки, Джанан говорит, что «Я никогда не сдамся, ты поможешь мне, мы никогда не сдадимся». Тетя Султан приходит навестить миссис Семру. Он сделал торт. Он принес им торт, который он сделал. Он приготовил пасту Адана с сырной пастой. Султан все же пришел, чтобы преподать миссис Семре урок. Рассказывает воспоминания о знакомом. Поведение этого знакомого похоже на поведение Семры. Боже, не доставляй никому хлопот. Он говорит: «Мой Господь дал мне проблему, девушка подарила мне неизлечимую болезнь». Потом пошел за собой. У дамы Семры есть мысль. Потом встает тетя Султан: «Потому что я ужинаю». Тетя Айтин. Султан не должен знать, что произошло. Он говорит, что в его словах есть смысл. Недим ставит своих людей для защиты комнаты Зеки. Он говорит, чтобы ты смотрел в оба и не отходил от двери. Тем временем прибывает Зухаль. Пригласите Недима выпить кофе. Недим говорит своим людям не покидать ворота. Миссис Джанан идет и просит охранника вывести мужчин за дверь. Он велит мужчинам дождаться охранника. Пациенты жалуются, они не могут так ждать. Как только мужчины уходят, в комнату входит Джанан. Он достает лекарство из кармана. В этом секрете. Недим входит в комнату. Там написано, что ты здесь делаешь. Джанан говорит, что пришел поблагодарить вас. На этот раз Джанан не может осуществить свои планы. Он выходит в сад. Она говорит Зухаль, что ты не можешь оставаться с мужчиной. Когда Зухаль звонит охранникам, тот говорит, что Недим немедленно ушел. Листы Зухаль. Некми прибывает в Ханаан. Он говорит, что ему нужны деньги. Джанан дает деньги Некми. Тем временем прибывает Сехер. Он говорит: «Некми, мы тебя уже видели». Некми уходит. Сехер говорит: «Кто этот человек, откуда?» «Я его знаю». Джанан говорит, что мы встретились здесь из старого района. Сехер и Яман пришли навестить Зеки. Яман поставил машину на стоянку. Айтин Султан думает о том, что сказала ее тетя. Он ищет невыносимые эмоции. «Я вам кое-что скажу, но миссис Семра говорит, не говорите, что вы слышали от меня». Айтин рассказывает, что случилось с Дуйгу. В особняке радость. Жители особняка приготовили очень хороший стол. Раздается звонок в дверь. Юсуф бежит к двери, открывает ее, потому что они пришли. Ценгер говорит, что мы очень рады этой хорошей новости. Хосе. Не хватает только одного. Там написано «банановый пирог». Сехер говорит, что я пойду за ним прямо сейчас. Неслихан звонит. Сехер.
там написано, что если я попрошу тебя о чем-то, ты сделаешь это. Он говорит, конечно, я буду.